Я сейчас покушаю, тебе приду, покрасишь меня. Вот не надо сидеть у меня в телефоне. Да я ищу телеграм. Зачем? Потому что тебе переспрал туда. Все. Я отвечаю коротко, ты спрашиваешь быстро, не обязательно подробно. Ты отвечаешь коротко, я задаю вопрос быстро, чего? Так, воровала в магазине. Че? Воровала в магазине? Нет. Да? А что мы будем делать? Сидеть сейчас? Еще какой-то один телефон, чтобы снять. Сидела, но не так разговаривая по телефону. Нет, кстати. Вообще ни разу? Нет. Только в интернете сидела. Ну ладно. А, врала, что занята, сама лежала на диване. Да. Ругалась продавщица? Да. Ладно, тебе вопрос потом знал. Занимала деньги и гасилась, чтобы не отдавать. Нет, подожди. Нет. Во-первых, я почти никогда не занимала, наверное. В долг не бери, другими давай, да? Нет, давай, но ты должен понимать, что ты распростился с ними. Ладно. У тебя были приводы в полицию? Нет, никогда. Столько вопросов, ну, которые я пропускаю. Короче, мы попозже задам. Пела вживую? Пела вживую, конечно. Все-таки театр. Тут поют. В мюзиклах я пою вживую, между прочим. Портила воздух в общественном транспорте? Нет. В ванной писала? Да. А в бассейне? Нет. Я считаю, что это плохо. Отсылала интим фото? Да. Флиртовала с поклонником? Да. Встречалась с двумя одновременно? В детском лагере, да. Это плохо. Но я так делала. Это плохо, но я так делала. Танцевала на столе? Нет. Примеряла мужскую одежду? Да, актриса же, конечно. Тебя опалили посторонние в интимные моменты? Нет. Снимала сторис в туалете? Да. Ела пищу, упавшую на пол? Никак, нет, никогда, вообще не в моем характере. Смеялась так сильно, что обмочилась? Да, один раз. Испытывала чувство, что опозорилась по пьяни? Нет. Разбивала телефон от злости? Было недавно, чуть не разбила, да. Носила одни трусы 3 дня подряд? Нет. А4? Нет. Плакала из-за любовных переживаний? Да. Подглядывала за теми, кто переодевается? Не знаю. Нет. Танцевала стриптиз? Нет. Загорала без одежды? Нет. Была у психиатра? У психолога только. Танцевала голой перед зеркалом? Да. Знакомилась на сайте знакомств? Да. Просила прислать кого-нибудь нюц? Да. Мерилась грудью с кем-нибудь? Нет. Заглядывала в чужой телефон без спроса? Да, давно тоже. Я так не делала. Работай стриптизершей или дворником? Стриптизершей или дворником? Да. Дворником. Поцеловать крысу или лизнуть таракана? Это не другое. Нет, ну просто вот. Что если... еще раз либо... поцеловать крысу? Или лизнуть таракана? Бля. Ну, если сейчас крыса я представлю чистая. Поцеловать крысу. Если чистая крыса какая-то декоративная, то поцеловать крысу. Год без интернета или год без денег? Год без интернета. Год без секса или год без интернета? Что за искомный вопрос летает? Да можно и без того, без другого прожить. Без того, без другого, без вообще. Нет, а если зачем отшельничество? Тут нет задач. Просто что, то или то? Да ни то, ни другое, пофиг вообще. Застрять в лифте или прыгнуть с тарзанки? Застрять в лифте. Свободное падение или американские горки? Американские горки. Сняться голой в клипе или одетый в рекламе свечек от геморроя? Одетый в рекламе свечек от геморроя. Год есть одну гречку или одни сосиски? Одну гречку. Выступление в бане за $1 000 000 или бесплатно, но на крутом фестивале? Бесплатно на крутом фестивале.
там миллион. В бане? Не все мерится деньгами, ребят. Там доллары. Ходить в майке год. Ну там не написано, что я должна делать в этой бане, блин. Выступление, петь песни. Просто петь песни? Да, ну ты можешь быть, ну да, петь песни. Просто могу в одежде в любой, в своей там. Ну да, ну допустим в эротичной. Конечно, ну какая разница тогда в бане, так в бане петь песни. Я же там петь песни буду, тогда ну, петь песни. А ты что думал, выступление в бане это именно? Ну типа там какой-нибудь эрот, приват. Не, просто там сидят под соответствующей аудиторией, типа такие. Но... Тогда за миллион долларов, да. Я же артистка, может там какой-то день рождения. Ничего, виноват, что они в бане празднуют. Видишь, как я тебя переубедил? Ты же не сказал, что это приват. Я не говорил, ты сама об этом подумала. Ну, я на всякий случай. Так, ходить в майке год или год с волосатыми ногами? Блин. В майке год она будет вонять, а волосатые ноги можно скрыть под длинной юбкой. Тогда лучше с ногами. А если неловкая ситуация какая? Слушай, ну любит поймет. Скажу, лучше я буду с такими ногами, чем вонючей в майке, блин. Окей. Застрять в лифте с Паниным или Джигурдой? Ну, боже, нет, не надо. Удалить аккаунт в Инсте или ТикТоке? Да где угодно. Нет, в ТикТоке. Инсту я прям, мне там мои любимые подписочки. Всю жизнь с любимым человеком, но без денег, или с деньгами, но без любви? Всю жизнь с любимым человеком, без денег, конечно же. Грудь или попа? У кого? Не знаю. Нет, это не в плане твое достоинство, а что тебе больше нравится. Ну ладно, можешь присесть. Ну, про себя не знаю, но вообще грудь, наверное. Мне нравится, когда у женщины большая грудь, эстетически. Потому что у меня ее нет. Белое вино или айс латте? Айс латте. Дать за бабки или переехать в деревню опять? Все, ладно, давай я его потом в конце задам. Три самых отстойных мужских качества. О, жадность, отсутствие чувства юмора и лень. Три самых лучших мужских качества. Чувство юмора, щедрость, трудолюбие. Никогда не выходить в Инстаграм или никогда не выезжать за пределы России? Так, никогда не выходить в Инстаграм, а никогда не выезжать из России. Никогда... Да пофиг вообще. Могу не выезжать, могу не выходить. Окей. За что бы отдала свою жизнь, не задумываясь? За родных и близких. Деньги или совесть? Совесть. Хороший секс или хороший стейк? Хороший стейк. Я обожаю стейки просто. Я когда перестала веганить, я просто обожаю стейки. Ты перестала веганить? Не перестала веганить. Ты что, сейчас бургер сожрала при тебе? Рекламировать Виагру или пенсионные реформы? Пенсионные реформы, конечно же. Ладно, давай три любимых блогера прямо сейчас. Блогера? Блин, ну ты задал мне вопрос. Ну это может быть интервьюер, это может быть какой-то влог, кто делает, может быть какие-то новости, может быть обзоры какие-нибудь, игры, фильмы. Вообще не знаю, Виталий, я так просто ленту смотрю, не запоминаю. Давай, ладно, три любимых актера. Актеры русских или не русских? Давай русских, а не русских. О, ну это шесть тогда. Не, три давай. Давай три. Джим Керри. Тут жарко, да? Это я просто. Джонни Депп, Мак Эвой. И Джим Керри. Всех сказал. Джим Керри. Так, три любимых музыканта прямо сейчас. Три любимых музыканта. Ну, группа. Глеб Викторов, «Три дня дождя». Окей. Дальше. Я вырежу. Слишком долгое сердце. Ну давай. Слишком долгое сердце. Все? Один? А, ну ладно. Ума Турман люблю еще. И? И люблю еще... Еву Польну. Окей. Что бы ты сказала себе 13-летней? Поменьше... А, не думать, что любое внимание мальчиков или определенного мальчика расценивать как типа он тот самый, это и есть любовь всей твоей жизни. Нет. Обычно у девочек с заниженной самооценкой кажется, что если вот он с тобой так ухаживает и говорит, что тебя любит, ну, значит, это он и есть. Не расценивать, короче, любое внимание за
как сказать? Я понял. Я думаю, за что-то фундаментальное, короче. Нет, просто работай над собой, думай о себе, повзрослеешь, будешь тратить время на настоящие чувства. Факт. Чего боишься больше всего? Не хочу говорить об этом. Кто твой лучший друг? Мама. Мама. Талант или деньги? В смысле? Талант или деньги? Можно быть талантливым, крутым каким-нибудь кинематографом, но бедным. Или делать коммерцию, иметь бабки, но при этом делать говно. Блин, хорошо бы все вместе, конечно. Ну, тогда талант. Деньги или принципы? Принципы. Че за вопрос? Последний. Все. Принципы. Анастасия. Прекратите петь песни про бабки и деньги, про сучек. Пойте песни про принципы, про правду, про брата, про жизнь. Так за основу взят. Все, потом. Так за основу взят. Не раскрывай наш новый трек. Все, всем пока.